Приветствую вас на своем YouTube-канале Love Parfum, с вами Алексей, вы смотрите парфюмерный блог. Сегодня мы с вами поговорим про аромат от марки Tom Ford, который называется у нас Woodwood Intense, Woodwood интенсивная версия. У меня на моем канале есть плейлист Tom Ford, ароматы Tom Ford. Поэтому, друзья, если вы еще вдруг не видели этот плейлист, можете посмотреть. Там есть и всеми любимый 4man, да? Там есть и Woodwood, там есть и Amber Leather, то есть там, в принципе, и табако-ваниль есть, еще какой-то аромат White Suit, поэтому рекомендую посмотреть. Ну и, конечно же, перед началом видео не забывайте, друзья, подписываться на мой YouTube-канал, потому что по статистике мой канал смотрит 70% неподписанных людей. Где вы все? Давайте подписывайтесь. Почему вы смотрите и не подписываетесь? Неужели вам так сложно нажать кнопочку «Подписаться», нажать колокольчик, чтобы не пропускать новое видео, и, конечно же, поставить лайк сразу, сходу. В общем, все это сделайте, а мы погнали смотреть на аромат и слушать его. Вот, впереди зима, холода, и этот аромат, я думаю, на зиму зайдет в самый раз. Среди вас, моих подписчиков, есть любители этого аромата, есть парень, который писал мне, спрашивал про этот аромат, купил его и доволен как слон просто вообще. Потому что аромат очень стойкий, очень шлейфовый, очень богатый и роскошный. Мне этот аромат почему-то не совсем нравится. Есть одна причина, почему он мне не нравится. Я от него задыхаюсь. Вот. И поэтому сразу он попадает не очень. Но аромат очень топовый, классный. Рекомендую. Ну, в Tom Ford это люкс. Дорогой просто люкс, это никакая не ниша. Кто, допустим, спрашивает, Алексей, Tom Ford это ниша или люкс? Сразу вам говорю, что Tom Ford это люкс. В который раз уже вам это повторяю, вы все равно иногда спрашиваете. Может быть, после этого видео у вас этот вопрос отойдет на задний план. Надеюсь. Если не отойдет, ну, в любом случае, я скажу вам. Если у Tom Ford обычного, у Woodwood обычная наклеечка, как вот, допустим, у Tuscan Leather, то здесь они решили сделать металлическую ставку. Прям придать аромату дороговизну. Это, конечно, круто. Здесь металлическая вставка на крышке, и здесь. Прям это меня не может не радовать. Вообще люблю элементы металла в парфюмерии. Именно в дизайне флаконов. Аромат у нас вышел в 2017 году. И пахнет, вот может показаться, первое такое впечатление у меня было, когда с ним знакомился, костром и мазью Вишневского. Вот что-то такое есть. Вообще, на мой взгляд, Woodwood Intense – это смесь Amber Leather и смесь Woodwood. Ну, то есть два аромата как будто бы смешали. Я вот так слышу его. И получился Woodwood Intense. То есть два аромата в одном флаконе. Как-то так. И здесь вот этот Wood, он прям очень медицинский. Прямо такая вот нота медицинская есть. Сразу хочу сказать, не всем этот аромат унисекс понравится. Может отпугнуть. Вот его нужно понять, походить, послушать, посмотреть, еще раз к нему вернуться. Вот. В общем, если вы любите эти два аромата, Amber Leather и Woodwood, вы оцените по достоинству и Woodwood Intense. Вот. У меня коллекция Тома Форда маленькая. У меня вот остатки Tuscan Leather на зиму буду донашивать. И у меня есть еще на зиму Tom Ford Noir Extreme. Тоже про него буду в ближайшее время записывать видео, поэтому не пропустите, тоже есть запросы на этот обзор. Буду делать. Прям тоже очень классный аромат на зиму. Будем все потихонечку снимать. Ну, для меня этот аромат еще получился, помимо того, что вот этим медицинским мудом пахнет и все, что я выше описал, мазью Вишневского, он, конечно же, очень восточный, древесный, тяжелый, сложный аромат. Густой, насыщенный, дымный, конечно же, удовый, потому что речь идет про уд. Теплый, дорогой, кожаный и очень, кстати, стойкий. И шлейф есть хороший. Вот вы идете, и прям шлейф от вас. Вот кто ищет шлейфы в ароматы, обратите внимание на Woodwood Intense. Он прям будет такой. Ну, конечно же, он подходит на холодную погоду, как и говорил ранее. Зима – это прям этого аромата. То есть прям он ждет встречи зимой. Ну и, конечно же, на вечер.
Давайте немножко поговорим про ноты. И вверх у нас открывает ут, ангелика. В середине вы можете услышать кипарис и имбирь. И в базе это можжевельник с касториумом. Стойкость, друзья. Классная стойкость. Около 8 часов. То есть вот носил недавно его, прям 8 часов таких ярких, насыщенных. Классно. Концентрация, друзья. Парфюмерная вода. Ну и, конечно же, что касательно объемов, то объемов здесь очень, ну, на любой вкус, короче. 50 мл это у меня сейчас. Вот 30-ок, по-моему, их не выходило. Есть также 100 мл и 250, кому мало, прям 50, кому мало 100, можете смело купить 250 и прямо вот так вот во все обливаться прям зимой. В общем, необычная, интересная работа, в любом случае зацените. А кто вдруг не знаком? А кто знаком, ну, напишите это в комментариях, как вообще вам Oud Wood Intense, как вам вообще ароматы Том Форда, нравится, не нравится, что планируете купить. И, конечно же, подписывайтесь на канал, если вы вдруг на него еще не подписаны, и ставьте этому видео лайк, а также подписывайтесь на все мои остальные соцсети. Это Инстаграм, это ВКонтакте, это Яндекс.Дзен, все ссылочки вы найдете под видео. На Инстаграм вообще рекомендую вам подписаться, AlexLav либо LavParfum. Там я всегда выкладываю различные фотографии к ароматам, и вы уже можете ориентироваться, рекламки к ароматам, на какие обзоры, да, ориентироваться будет в ближайшее время видео. В общем, друзья, помните, что аромат – это путешествие времени. Всем пока и до новых встреч на моем YouTube-канале! Thank you.